Всем привет, друзья! С вами Светлана. И это утренняя Анапа, 6:45. Я иду на море, утреннее купание. Вчера мне не удалось искупаться, потому что было грязное, зеленое, черное местами море на песчаном пляже. Я поняла, что опять будет купание на галечном пляже. У нас их всего два в черте Анапы. Это у нас пляж по улице Калинина, это у нас Малая Бухта, и второй пляжик — это у нас пансионат Высокий берег, Русь. Так как я припарковалась на Калинина, посмотрите сзади меня, какая красота. Я думаю, что я буду на пляже Малая Бухта сегодня купаться, потому что, ну, он ближе, и машины тут рядышком. В общем, не буду долго себя показывать. Все знаете, как я хорошо, нормально выгляжу. В общем, буду показывать вам красоту этих мест. Утренние котики, котикам привет! Это мои любимые жители данной местности. На набережной у нас очень-очень много котиков, красивых, пушистых, любимых. Там я буду не одна сегодня, сразу говорю. Будет очень много людей, кто купается с утра пораньше. Так что наслаждайтесь количеством людей на пляже, на набережной. И честно, да, я знала, что я буду не одна, потому что на самом деле даже в прохладное время года очень много любителей утренних ванн морских. Прям с утра приходят на пляж, купаются и потом бодрствуют весь день и закаляются. Тем самым сейчас закаляться не получится, плюс 25 уже сейчас показывает на термометре, 6:45, чтобы вы понимали. Да, дальше будет больше, по прогнозу сегодня 35, но он всегда обманывает, так что будет гораздо больше, прям 100%. Хотела прокатиться на лифте, но сейчас лифт в 6:45 закрыт, поэтому будем с вами спускаться по ступенькам и подниматься потом также. Здесь санаторий Малая Бухта находится за вот этим вот кофель. Видите, какое здание? Это у нас Малая Бухта, санаторий. И здесь вот у них набережная с белыми балясинами и спуск в два этажа. На одном из них зимний бассейн. Он работает и зимой. Вообще этот санаторий круглогодичный. Давайте я вам сначала покажу вид с этого балкончика. Ай, какая панорама, ребят. Это просто сказка. А как много людей с утра пораньше оздоравливается. Вы посмотрите, какая прелесть. А я действительно буду не одна, а сколько людей. Вот это поворот. А что самое классное, сейчас нет прямых солнечных лучей, потому что оно только встает из-за гор, и это мега классно. Наконец-то я искупаюсь без зноя и жары, а еще и в чистом море. Я очень надеюсь, что море будет чистое. Жалко, что сейчас лифт не работает, как бы еще прокатились с ветерком, но зато прогуляемся. Так, у нас можно и пойти налево. Вот так вот выглядит пляж с этой стороны, и можно идти направо. Мне больше нравится справа. Там, кстати, раньше баня была, сейчас не знаю, летом работает она или нет, но может быть и работает, а может и нет. Здесь уже много топчанов с утра. Конечно же, мы не будем занимать топчаны, зачем нам топчан на 15 минут поплавать и обратно уйти. Кстати, тут дальше туда массажная комната. С этой стороны тоже массажная комната. Есть переодевалки, там уже люди в переодевалочке. И что самое главное, я не одна. Я просто переживала, буду я одна, не буду одна. Я действительно не одна. Так что мы с вами сейчас прогуляемся до конца этого пляжика. Я вам покажу, какой он большой. И днем, конечно, здесь яблоку негде упасть. Имейте в виду, особо здесь не покайфуете. Так, у кого-то там будильник сработал, кто-то просыпается, а мы с вами уже приехали на пляж и будем с вами купаться, принимать солнечные и морские ванны с утра. Жалко, что сейчас мусор еще не убран с пляжа. Видите, кстати, вы сразу косяк нашли, то что вот мусор действительно еще не вывезли. Имейте в виду, 6:45 на этом пляже, на Малой Бухте, мусор еще не выкинут. Здесь вот переодевалочки. Это хорошо места для курения. Вот какая зелень красивая. Еще одна массажная комната. Слушайте, столько массажных отделений. Это прям какой-то лечебный пляж у нас получается. Вот, кстати, по-моему, баня, но, судя по всему, она не работает.
или работает. Не знаю, он пахнет прикольно. Работает ежедневно. Такая вот цена. Такие же цены. Так, здесь мусор. Мусор, мусор, очень много мусора. Я хочу, вот знаете, вот на этот пляжик, потому что оттуда будет вид на Пионерский проспект. Кстати, он в каком-то тумане. То есть сейчас вообще ничего не видно. Реально Пионерский проспект в каком-то тумане. Какая красотища, там солнечные лучи. Кстати, здесь было так вот пасмурно чуть-чуть. Не было ничего видно. Здесь фотосессия, походу, проводится. Сейчас буду располагаться поближе к спуску и купаться. А вот, кстати, золотая бухта ЖК под лучами утреннего солнца. Как я говорила, уже много людей купается. Там, кстати, было больше. Так как я не люблю толкушку, я буду где-то здесь сейчас раздеваться и купаться. Так что 2 секунды и погнали. Что-то мне здесь не нравится. Прям зеленые такие водоросли. Я не соскочу, я интересно. Слушайте, ну прям гладкое такое. Ой, а вода какая теплая. Она реально теплая. Ребята, она такая теплая, что я даже не ожидала, что она такая прозрачная, тепленькая, кристально чистая. А вы знаете, какая она чистая? Все видно. Просто все видно, как стекло. Ай, кайф, какой кайф. Она чистая. Вот это я сегодня наплаваюсь. Как наплаваюсь. Красота, сколько людей счастливых впереди. Ну, я не зря пришла на пляж сразу раньше, ладно. Поплыли. Тут, кстати, камни. Я-то думала, сейчас буду тонуть, а тут оказывается. Надо еще раньше приезжать, когда еще солнце не так высоко, чтобы оно не слепило и можно было комфортно плавать. Ну вода чистейшая, такой чистой воды, я говорю, я давно не видела, вот прям реально стекло сносит даже небольшое такое течение, не могу в какую сторону, правда. В общем, я тут кручусь. Волны прям. Реально, прям вот не устоишь на месте. Я еще так одной ножкой цепляюсь за камушек. Там все кишки, там. Ой, классно. Ребят, утреннее купание — это что-то с чем-то. Я говорю, что на закате обожаю плавать. Но утреннее я даже не ждала, что мне так понравится. Это реально такие эмоции.
Вот это, я понимаю, начать утро на бодрячке, на позитиве. Да, может быть, кому-то сложно просыпаться так рано, но, по-моему, это стоит того, чтобы проснуться, поплавать на рассвете. Какие молодцы. А дальше будет круче. Реально будет круче потом, потому что море-то теплее с каждым днем. Не, я вас не снимаю, все нормально. Вы не попадаете сюда, все хорошо. Я вас не спалю. Так что отдыхайте, наслаждайтесь отдыхом. Спасибо. Вообще, вот такая вот погодка с утра. Кайфовая. Не могу стоять на одном месте, потому что прыгиваю с камушка. Ой. Камера утонула. Чтобы вы понимали, устоять на месте невозможно, волны сносят. В общем, надо плыть, наверное, к берегу, потому что прям, ну, вода теплее, чем воздух. Представляете, насколько она разгорячилась за вчерашний день, а ночью-то особо холодно не было. Вот смотрите, какое оно яркое. Просто такое, как вот, не знаю, как шар раскаленный. Сейчас поплыли обратно на берег. Вот я понимаю, доброе утро. Давно я не плавала, долго, обычно не отплываю, а тут вода чистая, прям захотелось подальше отплыть. Ну все, 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 все. Теперь надо за привычку взять, почаще приезжать с утра, потому что днем вообще не получается по такой жаре, все здесь битком, а сейчас идеально. После такого купания, говорю, я прям сейчас хорошо плыла от души. Аж мышцы напряглись. Фух. Но вода теплая, градусов 28-29, а то и 30 градусов. Потому что вот сейчас 25, а у меня ощущение, что я не могу остыть. Потому что и вода теплая, и воздух прям такой уже накаляется. Так что надо бежать с пляжа, чтобы не дай бог не сгореть, потому что это все очень быстро на каменных пляжах. Еще раз всем с добрым утром. Приезжайте в Анапу. В Анапе есть чистое море. Причем в городе, в городской черте. Пляж Малая Бухта. Либо пляж за санаторием Высокий берег. За санаторием Русь. То есть это между двух пляжей. Покупалась от души. Еще раз всем пока-пока.